미쳐 하시네. 아니요, 아니요. А, у него броня стоит. На дверях, по крайней мере. И он так несется все равно. А, ну, видимо, да, на дверях не особо. А, у него бампер задний есть, то есть у него стоковые защиты есть, видимо, как минимум. Ну, еще плюс на дверях. И он все равно несется на роткатере. А, ну вот он уебался. Я его развернул. Месть! Ну, он догонит все равно сейчас. Они же как эти, как боты с кетчапом просто. Разворачивается, еще что-то, а потом с Рона гоняет. Вроде едешь. Может, он скилловый. Тут уже сдох тут. Походу и на пришеленец, раз он ругается. Я уже 4 сдохну, офигеть. А, ничего себе, да, мы пропустили. А, уже последний, 3 круга. Ну вот Джарван за мной, что ли, по-прежнему. Эта карта у меня получается. Ты там не пустишь его? Нет, он проехал. Я уебался там сам. Ну и он топ-тайм поставил. Даже металлика мне не помогла. Угу. Это у него бампера, у него бампера на дверях, там железки. Не-не, ладно, я, ну, на самом деле, надо, знаешь, надо вот тупо, чтобы хорошо проехать раз, надо, наверное, часа два тупо на ней ездить, то есть поставить там 25 кругов и тупо на ней ездить, надо. Смотри, он тебя еще обосрал в чате. Не видишь, я же говорю, он свинья польская, без повода начнет. Видишь, сразу видно свинство. На ком он там месте? Лидерборд, ну-ка. Ну, в топе его тут нет, прям в топе только. Генетикс уже обсуждают, уже скоро пойдут это на Reddit, там на форумах уже пойдут уже это. Сегодня уже видишь сколько. Сейчас кто-нибудь накопает компромат, что это бывший МТАш. Ну, видишь, он давит психологически. Да-да-да. Польская форма. Меня этим не возьмёт. Он продолжает, смотри, он не может угониться. Ну, сейчас, значит, сейчас посмотрим. Сейчас я возьму бигрик тогда какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Все, тюм-тюм, пошел сразу. Все, ребята, надо настроить машину на гонку. Хорошо, давай. Да, офигеть, она у него в защите вся получается. У него 200 этот. Он едет быстро. Прикинь, то есть можно даже не снимать с неё защиту. Бля, ну у него, конечно. Ну вот, да.